Предприниматель Илон Маск заявил потенциальным инвесторам, что он планирует сократить почти 75% сотрудников Twitter в случае покупки компании. Об этом написала в четверг газета The Washington Post. По ее данным, речь идет об уменьшении штата с нынешних 7500 человек до чуть более 2000 работников. При этом, как отмечает издание, даже если Маск не станет владельцем Twitter, в ближайшие месяцы компанию, вероятно, все равно ждут масштабные сокращения. Как поясняет The Washington Post, нынешнее руководство Twitter планировало сократить фонд заработной платы компании на 800 миллионов долларов к концу следующего года, что означает необходимость сокращения примерно четверти всех сотрудников. Кроме того, Twitter планирует значительно сократить свою инфраструктуру. В частности, это касается центров хранения и обработки данных. Как считает The Washington Post, необходимость масштабных сокращений объясняет стремление руководства Twitter продать компанию Маску. Ожидается, что эта сделка будет закрыта к 28 октября.